Приветствую, друзья, сердечно. Вот. Это у меня третья версия картины «Скрипачка». Там уже посмотрели, кому-то понравилась первая версия, кому-то вторая. Кто-то написал мне из участников нашей школы «Человек будущего», «Homo Futuro», что в третьей соединились все три. Спасибо, друзья. У кого какой вкус, кто на что обращает внимание, а там Алексей, травматолог, написал. Как травматолог хочу сказать, кисть сделайте по-другому. Но вы пишите свои мнения. Мне же скоро на выставку выставлять картину. А теперь я хочу поблагодарить группу, которая оказывала активную поддержку и без которой не было бы нашего марафона вообще, как постройнеть. Это группа Ната Кулуева, Елена Ибрагимова, Эля Набокова, Елена Кузьмич и Любовь Абакумова. Сердечно вас благодарю. Мне по-человечески очень понравилось, как вы сопровождали этот марафон, подсказывали. И вообще, я как сказал уже, без вас бы этого и не совершилось. Целый месяц. И сейчас у нас итоговая. Я сейчас хочу сказать, что уже там начинаются, как я понял, и другие какие-то советы, уже и не связанные в конце концов уже с нашим ключом, уже кто-то пишет совсем другие вещи, но это уже на ваше усмотрение, друзья. Мы не будем выключать этот марафон. Кто хочет, пишите, что хотите. Но на вашу ответственность, потому что мы месяц, как и обещали, проводили, и там очень много людей, пользовались методом ключ, как мы и советовали, и определенная часть людей замеры все время делала, как советовали, остальная группа без замеров. Но я вам хочу сказать, что я очень доволен выводами, которые мне потом писали и говорили о том, что есть, конечно, люди, которые никак не похудели. Вот они как были такими привлекательными со своими габаритами, кому как нравится, такими остались. Но все в основном довольны тем, что у них возникла некая такая организованность в здоровом образе жизни. Они не зацикливаются на чем-то. Они, например, пользуются приемами ключа и действительно стройнеют в плане уверенности, в плане походки. В плане отказываются от каких-то вредных привычек, сладкое стало меньше употребляться нашими участниками. Это очень хорошо, потому что сахар – это очень вредная вещь. Да, много чего бросили из вредных привычек, это очень хорошо. В принципе, все получили поддержку с помощью нашей группы поддержки Наты Кулуевой, Елены Ибрагимовой, Эли Набоковой, Елены Кузьмич и Любовь Абакумовой. Я перечисляю эти имена, потому что у меня нет возможности сейчас лично взять их и обнять. А я вот это делаю в интернете. Вот в интернете, так что я надеюсь, что они меня услышали и услышали то, что я очень благодарен по-человечески. Я думаю, что все сейчас напишут свои мнения, как прошел этот месяц марафона, свои впечатления еще раз напишут, и это будет очень здорово, потому что, в принципе, мы этим самым марафоном приобщили здоровому образу жизни, к так называемому ЗОЖ, когда нас меньше и меньше зацикливает что-то. Когда мы меньше и меньше заедаем, стресс-едаем, это едой, или там курением, или выпиванием. Ну, там были люди, которые с гордостью мне потом в личке писали, что им позволил этот марафон избавиться кому-то от сигарет, кому-то от вина, кому-то от водки, а кто-то своего мужа научил. Ну, очень хорошо. А теперь до встречи, друзья. А теперь я эту картину снимаю,
вы напишите там комменты. Смотрите, глаза какие. Звезды. Это вам образ на память, и вы будете о нашем марафоне вспоминать с этой скрипачкой, которая во Вселенной, и звезды, глаза как звезды, вот так вот. А были мы такими вот, рассказывал я там на марафоне и про то, как пар выпустить, напряжение снять. И были мы такие вот, смотрите, глаза какие тоже у нашего чайника. Пар выпускали, крышку сняли, пар выпустили. Это разгрузка. А глаза-то какие, мне очень нравятся. Смотрите, а улыбочка какая. Я хочу, чтобы все улыбались. Чтобы вы все были здоровы, счастливы. Люблю вас и уважаю бесконечно. Мы сделали большое дело, непростое дело. Сама идея, сами воплотили, сами все сделали, сами получили результаты. Пишите свои впечатления. И до встречи.